объясняю положение дел на сегодняшний день. Меня буквально 2 дня назад дом находится без фундамента. Дом построен из обломков. И как временный. В 90-х годах он был признан аварийным, был акт списания этого дома. Он по документам пропал с Вершовского образования, к которому относился, и потом с Балаковского. Сейчас восстановлены все документы, акт потерян. На сегодняшний день у меня на кухне отошла несущая стена на 1,5-2 сантиметра от плит перекрытия потолочного. Вышла стена на 4 сантиметра наружу, кухонная, это где окно. Разошелся дом напополам, щель увеличивается, проходит мимо поезда тяжеловесно, от чего мы ощущаем, как при микроземлетрясении. Получается, вчера разошлись потолочные плиты, можно просунуть руку, посмотреть, какая у нас прекрасная крыша отремонтирована. Вот. Каждые 3-4 дня я поправляю монтировку дверь входную, чтобы ее можно было открыть либо закрыть. И дом, сейчас достаточно много выпало снега, талые воды пойдут снова под дом, и от вибраций дом у нас поедет. Мы уже слышим треск. У нас, так как у нас стены дранка, то есть он сделан из кирпича избитого, но стены внутри дранка. Что могу сказать по вашему дому? В ноябре в прошлом году вы, наверное, присутствовали, я, конечно, не помню. Была комиссия, да, Павел Степанович Канатов приезжал. Была подрядная организация, управляющая организация. Да, было такое сказано, что будем рассматривать вариант признания вашего дома аварийным, но, как вы правильно сказали в ответе, вам пришло то, что для того, чтобы признать ваш дом аварийным именно по техническому своему состоянию, нужно обследование специализированной организации. Данное обследование, мы сделали им запрос, данное обследование ответили там 150 тысяч с небольшим. Вот. И вам также в этом было в ответе разъяснено, что вы это либо при помощи управляющей компании, либо вы деньги складываете. То есть администрация просто так, грубо говоря, взять и заплатить за вас 150 тысяч рублей, мы не имеем права. Слышали? У него дом сложится на днях. И тут мне надо рассуждать о том, что как мы будем проводить это исследование. Вопрос здесь в том, что у нас там жизнь под угрозой. Бесплатно надо сделать. Но бесплатно у нас никто ничего не делает. Но так или иначе, это та ситуация, в которой надо искать выходы, а не разъяснять людям о том, почему вы не можете сделать эту работу. Я прошу прощения, у вас сколько квартир в районе? 16 квартир. Все заселены или есть пустые? Практически все. Ну вот, у нас 16 квартир, да? Сколько там? 30 жителей будет. А мы им рассуждаем о том, что не можем провести обследование дома. Вы как-то пересмотрите этот подход, пожалуйста. У нас областная дума в 2019 году приняла закон, который позволяет проводить оценку технического состояния многоквартирного дома в рамках программных мероприятий по капитальному ремонту. Вы, как собственники, можете протоколом принять решение и провести эту оценку технического состояния. Естественно, здесь, ну, только Владимир понимает, да, что этот вид работы должен быть внесен в краткосрочный план на соответствующий год. Соответственно, у нас оценку тех состояний проводят также специализированные организации, которые имеют все допуски и разрешения. У нас город Саратов очень активно пользуется данным видом работ. Очень. И результаты именно этого исследования, которые будут получены фондом, они передаются непосредственно в администрацию для рассмотрения на комиссии о признании дома аварийным, либо о том, что дом будет жить дальше, и ему требуется противоаварийное мероприятие и, соответственно, далее капитальный ремонт. Вы посмотрите еще в этой части.